Ну, радует то, что это наша квартира, будущее. Вот. Ну, вроде так, на первый взгляд, все компетентно. Вроде и полы такие приличные, и стены. Вот. Ну, надеемся, что в итоге в процессе эксплуатации нас это ничто не подведет. Я так понимаю, вы уже не первый раз здесь... Да, здесь уже... Я второй раз, муж уже третий раз. Ну, конечно, нужны, конечно. Мы вот сейчас пришли посмотреть, как бы на будущее мы же планируем и материалы, и работу, чтобы посмотреть, какой фронт работы, сколько денег готовить-то, надо же знать. Вот, для этого мы и пришли посмотреть. Ширяева, Гузель. Ширяева, да. Впечатление радостное, приятное, что уже увидеть то, куда будешь заселяться. Это, конечно, впечатление такое, ну... Привет. Одним словом, дает надежду, что все-таки это уже ты видишь завершенное строительство, а не то, что люди-дольщики там бегают и бьются там годами за то, чтобы увидеть, зайти в свою квартиру. И надеемся, самое главное, на что я надеюсь, что вот это вот все, что здесь установлено, оно будет качественно. То есть и окно не будет дуть, и батарея будет исправно работать, и лифты, как обещают, будут бесперебойно работать. Вот это самое главное, что Гострой... Он свою марку будет, не будет ронять свою марку, а будет только поддерживать свою марку. Если они поставили окно, то мы будем жить 10 лет, и это окно не будем менять потом и, как говорится, ругать, в чем свет стоит, Гострой. Вот такое пожелание. Хамидуллин Родион Романович, Министерство экономического развития Республики Башкортостан. Ну, до окончания так-то еще долго. Вот, поэтому то, что увидел пока, ну, в коридорах кафель увидел. Вот, но хотелось бы холл первого этажа там посмотреть, лифты. То есть про лифты, ну, есть информация, что лифты... Ну, я просто сейчас в бюджетном жилье живу, и там такие же лифты. Эти пока не видел, хотел бы посмотреть. Вот, и по поводу, ну, отделки, по потолкам сказали, уточните, должно быть 3 метра. Если так, то как бы пускай. Вот, по отделке, ну, что, черновая отделка, как бы, что скажешь. Отделка обычная. Вот просто бизнес-класс немножко большего хочется увидеть. Те же лестничные площадки, то есть они совсем обычные. Вот, и как бы доплату за бизнес-класс он предпочитает как бы, ну, большего. Вот, пока такого не увидел. То есть обычное жилье, как бы, среднего уровня, да, может быть, увидел. И все. Пока так. Дальше посмотрим, к сдаче что будет. А вот вы ходили, фотографировали, это для супруги? Для супруги она не может сейчас присутствовать, поэтому показать хочу. Ну, может быть, продать соберусь, кто знает. Поэтому что-то надо выложить, показать. Понятно. Ждать как бы не хочется еще время. Имя, фамилия как у вас? Кудрявцев Алексей. Ну, пока нечего сказать, пока только осмотримся. Ну, хотя бы первое впечатление. Ну, первое впечатление, ну, потолки высокие, так как хотели. Полы, смотрю, ровные. Планировка та, которая нравится. Что еще сказать? Пока сложно сказать. А вот смотрите, вот эти экскурсии, они вообще нужны? Вот какие впечатления у вас, как у человека? Вот одно дело в офисе посидеть, бумажки посмотреть, другое дело все-таки прийти, увидеть что-то. Ну, конечно, когда приходишь, оно впечатление совсем другое. То есть одно дело картинки, чертежи смотреть, представлять планы, схемы, которые в офисе, да, другое дело посмотреть своими глазами, как это в натуре, перспективу посмотреть, вот, ощутить всю игру света. Игру теней, да, вот, вид из окна, который не посмотришь в офисе, да. Ну, в общем, впечатления другие. Я думаю, экскурсии нужны. Ну, судя по улыбке, все-таки. Ну, дом близится к сдаче, поэтому, да, уже ждем с нетерпением этого момента, когда получим ключи и, скажем так, станем радостными, новоселыми, приступим к ремонту. Вот. Аюпов Ренард. Как? Аюпов Ренард. Ленард. Ренард. Ренард. Вот пришли смотреть. Так-то все пока нормально вроде выглядит. И полы, и стены. В дальнейшем посмотрим при сдаче. Надеемся, что чем быстрее, тем лучше, конечно. И все, что могу сказать. Пока. Нужны такие экскурсии? Вообще какие эмоции появляются, когда все-таки... Эмоции, я-то второй раз, вот жена первый раз, ей вообще понравилось. Хорошо, говорит, тепло уже. Ну что, все? Уютно, да?
Да. Так, сейчас, секундочку. Сиддиков. Фанит. Да, Фанит. Меня зовут Альфина. Очень понравилась квартира, уютная. Мы сами нуждались, так эта квартира вообще нормальная. Вообще нужны такие экскурсии? Для чего они такие нужны? Нужны, конечно. Вот смотрим уже, и полы, и тепло есть. Как бы под контролем получается. Я вот первый раз был, полов не было еще, отопления не было. Приятно смотреть, радиаторы стоят, полы ровные. Первую ипотеку выплатили, вот вторую взяли. Тоже выплатим. Дай бог, все нормально будет. Какие вот квартиры нравятся, чем нравятся? Уют, уют. Высокие? Высокие, да, высокие. Балкон хороший, уютный тоже. Здесь можно вон большой это гардеробный сделать сразу. Так что нравится. Покупаем для детей. У нас уже есть квартира, поэтому для детей это нормально. На первый раз нормально. Впечатление очень хорошее. Спасибо за стройку. Но быстрее ждем, чтобы сдавался. Альфина, Альфина. Альфина? Альфина. А фамилия? Сиддикова Альфина. Здравствуйте. Добровольцем назначены вы, как говорится. Какие впечатления от экскурсии, от увиденного? Ну, нам все понравилось. Качество квартир понравилось. Отделка, ну, может, даже где-то такого не ожидали, потому что это не первая наша квартира, ну, как они называются, первичная, да? Ну, мы довольны, нам нравится. Какие эмоции? Вот одно дело посидеть в офисе, вам там бумажки показывают, какие чертежи непонятные, а тут своими ножками прийти. Ну, конечно, конечно, своими глазами увидеть свою квартиру. Эмоции самые положительные. Нам понравилось. Сопровождающий наш понравился, ответил на все наши интересующие вопросы. Вообще, какие впечатления от собой? Но пока приятные, пока просрочки, задержки нету, обещают нам сдать все вовремя, все в срок. Мы надеемся, что так и получится. Вот, поэтому пока все хорошо. Мы довольны. Кузнецова, Лариса.